прилетела. Ух ты! Лёленька, что ты делаешь? А, я-то бросил крошки, которые остались у меня после печенюшки. И птички вот их с удовольствием кушают. Ну вот, улетели. О, Лёленька, я хотел тебе, знаешь... Ой. Ребята, здравствуйте. Здравствуйте, ребята. А я там это птичек кормлю. Да, он птичек кормит, молодец. Да. Лёлик, вот, я хочу тебе кое-что рассказать и ребятам про птичек. Слушай меня. Значит, птички, да, вот они летом кушают, там собирают всякие букашечки, зернышки. Ну не так, правда, ну по-другому. Вот. Они собирают. Подожди, послушай внимательно. Да. Слушай, вот они собирают зернышки, а когда наступает холод, морозы, снег идет, дождь, и им становится холодно, а букашечек нету, а таракашечек и зернышек нету, и их нужно кормить. Вот. И мы с тобой должны тоже помочь их покормить. Вот. А как мы, Жорик, поможем покормить птичек, если они хотят кушать? А можно придумать какой-нибудь способ, чтобы зернышки насыпать, и они держались. Кстати, у меня кое-что есть. Это Жорик, он такой выдумщик. Вот. Что? Вот. Смотри. Ух ты! Смотри! Вот дядя! У нас это какая-то золотистая веревочка. Да, и бутылочка обычная. Пустая, пластмассовая, пустая. Без воды, да. Вот, кстати, ребята, вы можете это сделать со своими родителями. Да, когда у вас есть время, вы можете взять маму или папу, взять так за руку, вот так. Папочка, мамочка, садись. И вот так вот взять бутылочку пустую и сказать... Папа или мама, вырежи мне вот так. А, это получается, Жорик, ты смастерил кормушку для птичек? Да. А потом завязать вот тут, и вот так повесить на дерево. Но... Жорик, какой же ты молодец. Да. Лёлик, а чего не хватает в этой кормушке? Чего не хватает? Вот что ты... Зернышек! Да. Давай я принесу. Давай, принеси. А помнишь, мы вчера ели пшенную кашу с утра? Да, вкусная была. Да, еще немножко осталось. Да? Зернышек! Давай, неси. Сейчас мы будем птичек кормить, и они будут... Вот, давай. Ух ты! Давай. О, какая красивая кормушка! И смотри, когда будет ветер дуть, зернышки будут в бутылочки, да? Вот так. А теперь давай... Надо повесить. Повесить, да. Куда мы ее повесим? Давай. На окошко надо. Вот, давай сюда. Так. Все. Ребята, смотрите, Зорик сделал кормушку. Кормушку. А Лёленька рассыпал пшена. Да. Теперь птички будут прилетать. Да. Ну, зимой, которым птичкам будет хочется кушать, им будет трудно достать себе пропитание. Они будут прилетать и кушать. Да. А будем говорить спасибо, Зорик. Спасибо, Лёлик. Да. Так что, значит, вот так, да. Зорик. Да. Значит, ребята, вот лучше заняться иногда дома, вот вечером. Полезными вещами. Да. Через папой. Вместо того, чтобы играться в компьютере. Да. Или в телефоне там. Все они вместе с папой смастерили такую классную кормушку из простых подручных материалов. А потом взяли вот так папочку вот так. Да, не пойду. Ну подожди. Давай покажем ребятам, как они. Давай. Вот так садимся. Куда? Вот так. И говорим, папочка, включай мультфильм. И смотрим. Да? Папочка, включай мультфильм. Да. О! Смотри! Ой, глаза закрываются. Ой, у меня тоже что-то. Ой, что вообще закрываются глаза?